Connect speaker, Juno. Ой, это у нас наш любимый оператор, который отвечает... Oh, it's our favorite cameraman. Ну, пожалуй, можно сказать, за всю абсолютно часть... который выходит на Хули Групп, все видео, которые вы видите, связаны с Хули Групп, anything that you see that is related to Хули Групп. And I'm не оператор такого, talking about Камидас Карапетян. I love the word cameraman. It's like Superman, but cameraman. Хороший человек всегда готов помочь, и он выступает для вас, чтобы тоже помочь и ответить на вопросы, как бюджетно можно запустить блог. Если особенно вы разбираетесь в коленной индустрии, вам есть о чем сказать. Я еще знаю, что добавлю. Я был на двух прокачаем, и меня всегда удивлял тот момент, когда большинство, процентов, наверное, 80, да, ребят сразу же едут тусить куда-то, отмечать, там праздновать, курить, и Камик, он каждый раз успевает до того еще, как кто-то приедет в кальянную куда-то, выпустить видео, фотографии, расписать это все, чтобы это все еще было сочно. Вот за это промотивность. Post all the photos and videos. So we gave the floor to Камидас Карапетян. Can we have some music playing? Музыка, да? Коронавирус, корона. Коронавирус, корона. And so on and so forth. Спикер спутник. Кстати говоря, у Камика будет тот самый человек, который снимал ролик. Вступительный. Как называется правильно? The introduction video. Motion video. What's the right way to call it? Motion video? It's not only motion. Just a video. Announced the Prokachaim. Vlad from Frigat Company helped us doing that. And he is knocking. Vlad, давай мы тебя ждем. Пару вопросов, наверное, Камик. On our online door. Сколько у тебя в среднем уходит времени, чтобы анонсировать вот один день прокачаем? Слушай, ну вот на последнем прокачаем на Хукаша, это, наверное, самое быстрое было, что после окончания хука-клаб-шоу снова прокачаем, через 1 час 50 минут у нас уже был готовый видеоотчет минуты в Инстаграме. Ну это очень круто, причем видеоотчеты были качественные, была подобрана грамотно музыка. Very good with very nice music. Вот так, ну, такие времена, прости. Тук-тук. Knock-knock. О, тук-тук. А, нет, взломался эфир, да? Нет, я здесь, ребята. I'm here, привет. I'm here, guys. Привет, прокачаю. Рад тебя видеть, дружище. Ты такой, я тоже всех рад. Хочется остаться, но я оставлю вас наедине. Камик, красавчик, желаю тебе удачи. Good luck. Спасибо большое. Давайте... Thank you. Представлюсь, меня зовут Камитас. My name is Камитас. Я... мой спич будет о том, как запустить свой видеоблог бюджетно, какие нужны для этого технические требования. Я думаю, что в нынешней ситуации в стране, в принципе, много молодежи задумывается о том, чтобы стать видеоблогером. Сегодня я вам расскажу, как можно это сделать с технической точки зрения. Для начала расскажу немножко о себе. Я сооснователь компании Nur Production. Это компания, которая существует уже 8 лет. У меня есть старший родной брат, он всегда был моим ментором. У нас с ним разница 12 лет, и с самого малого детства я всегда крутился где-то рядом с видеосъемками, и буквально там с 12-13 лет уже увлекался видеосъемкой.